Какой же геймер не любит быстрой езды? Очевидно, такой, который не видел автосимулятор The Need for Speed. По правде сказать, ваш покорный слуга всегда довольно холодно относился к различного рода гонкам и спортивным играм. Исключение составил лишь знаменитый Кармагеддон, который воплотил в жизнь мечту многих автомобилистов передавить всех пешеходов, не знающих правил дорожного движения, а также разбомбить всех водителей, не соблюдающих эти правила. Однако мое отношение к симуляторам кардинально изменилось 2 года назад, когда я имел удовольствие столкнуться с игрой The Need for Speed. Многие из нас в детстве коллекционировали модели автомашин. И, наверное, многие, держа в руках очередную импортную модельку, старались представить себя внутри такого автомобиля с ревом несущегося по скоростному шоссе на перегонке с самолетом. Именно это позволяет сделать игра The Need for Speed 2. На ваш выбор вам предлагается 12 роскошных драндулетов и 7 трасс. Каждый из автомобилей имеет свои характеристики, которые, кстати, абсолютно соответствуют оригиналу в жизни. Существует 3 режима езды – симулятор, аркада и гонки без правил. Выберите себе тот, который вам наиболее подходит, и гоняйте в свое удовольствие. Приятная особенность. Каким бы плохим водителем вы не были, вы не сможете разбить свой автомобиль так, чтобы выбыть из гонок. Конечно, при желании можно сигануть с моста или перевернуться вверх колесами, но даже после таких выкрутасов вы продолжите гонку. Графика в игре потрясает воображение. Особенно повезло счастливым обладателям 3D-акселераторов. Также я поздравляю тех, у кого есть звуковые карты. Отлично подобранная музыка и звуковые эффекты представлены в стереозвучании. Если кто помнит, то первая версия игры обладала одним недостатком. Стоило вам свернуть в бок или перевернуться, игра автоматически переключалась на вид из автомобиля сзади. Это происходило от того, что вид из кабины был просто не запланирован в подобных случаях. Зато во второй части вы можете ехать куда захотите, причем в настройках игры предусмотрено даже прохождение любой из трасс в обратном направлении. Кроме того, теперь ваши соперники стали более человечными. Они также допускают ошибки и с таким же успехом могут в любой момент не справиться с управлением и начать кувыркаться у вас перед носом и мешать движению. Игра абсолютно реальна. Обратите внимание на заставку в начале нее. Там ясно дается понять, что настоящие гонщики пользуются только ручным переключением скоростей. Сначала, конечно, будет трудно, но через некоторое время вы научитесь переключать скорости уже по звуку двигателя. Не жмите постоянно на газ, а на поворотах вообще сбрасывайте скорость, иначе вас закрутит так, что вы долго потом будете вспоминать, где зад, где вперед. При выборе автомобиля включите график и посмотрите его характеристики. Самое главное, чтобы он быстро набирал скорость и имел высокий коэффициент управления. Как показала практика, хорошо управляемая машина имеет больше шансов на победу, нежели тот драндулет, который носится со скоростью самолета, но при этом движется исключительно по прямой. The Need for Speed 2 можно отлично играть как в одиночку, так и по сети. Кстати, скоро в клубе Warlock будет проходить чемпионат по сетевым гонкам, так что любителям стоит поупражняться. Не уверен, будет ли использован именно The Need for Speed 2, но навыки вождения можете освежить очень легко. Одним словом, представляемый симулятор — это отличная игрушка, в которую можно поиграть не один и даже не два раза. Я думаю, никто из любителей гонок не упустит возможность погонять на автомобилях, которые в реальной жизни стоят бешеные деньги, а вам же все они встанут лишь в стоимость компакт-диска. В конце концов, если же вы вообще не любите гонки, но балдеете от классных автомобилей, то вам стоит посмотреть видеоролики, которые содержат компакт-диск с этой игрой.